Вам нельзя оставаться без помощи. На станции, наверное, есть акушерка. Я тебе это. Почему же вы хотите, голубушка? Не надо! Загадочное слово. Вы думаете, что? Я ничего не понимаю. Документики. Документики приготовьте, как бы дачесные. Был огонь на колокольне! Что вы? Какой огонь? Огонь мерцал! Вы фонарями белый махали! Господи, что вы? А это кто все? Ты же Гаврила, в монастыре есть. И одной души нет. Беженцы, беженцы. Нас обстреляли, и мы бросились в монастырь. А вот женщина, у нее горе начинает. Пора. Пора, сволочь. Пора Банчикова. Замужняя, беременная. Господи, Господи, кто ты это пронесли? А где муж? Нашла место рожать! Некогда, некогда, пост. Ты! А разве монахи не вмешиваются в гражданскую войну? Нет, нет, нет. Только молитесь. А вот за кого? За белый или за красный? Ну ладно, завтра разберемся. Это местность мука у белых. Откуда красные взялись? От чего? От того, что белый генерал задница, а не генерал. Ну здесь больше быть штаб генерала Черноти. Был штаб, колись выше. Куда же он удалился? В болото. Ну ладно, ладно, отойдите от меня. Что еще? О, сударь, и мы сами не знаем, кого Господь послал. Ничего не понимаю. Белые войска. Минус белый. Свершилось. Серафима Владимировна. Слава Богу! Офицеры в погонах! Заткнись, интеллигент проклятый! Погоны! А если он так и так переоденет, тогда что? Oh,
Я жена товарища министра торговли. Я застряла в Петербурге, а мой муж уже в Крыму. Я к нему бегу. Вот фальшивый мой документ. А вот настоящий паспорт. Моя фамилия Корзухин. Не эскиз, мадам. Тысячи извинений, мадам. А вы гусеница, вы оберпрокурор. Я не гусеница, простите, и не оберпрокурор. Я приват-децент. Бегу из Петербурга. Вам, к Белой. Потому что жить в Петербурге невозможно. Мой харчек. Графиня, ценой одного рандеву, хотите, пожалуй, я вам назову. Серафим Владимирович, вы слышите? Белли уезжает, нам надо бежать, иначе попадем к красным. Серафим Владимирович, что с вами? Дай мне выпить, графиня. Господин генерал, возьмите нас с собой. Мы в Крым бежим. Интеллигенция. Графиня, дайте еще книжку. Надо взять! Графиня. Красивая женщина красным достанется. Серафима Владимировна, поднимайтесь, надо ехать. Вы приезжайте один. А я здесь в монастыре прямо. Мне что-то жарко. Я хочу пить. И в Петербург. Что это такое? Это тип. Вот что же это такое. Женщина, вам бежать надо. Вам хуже придется у красных.
которая никогда не будет женой. Сентиментальность. Ну и оплаты. Войти этого не любит. Войти не любит, который в очках. А испортили даму самую чистенькую даму. Тогда вам от бойцов уважение. А вас как зовут? Матвей. Очки на носу! Какой фаршивый! Шлют вас сюда, не спросясь, а тут режут за очки. Как режут? Так режут! Нас увезут! Когда вы нас увезете отсюда? Когда вы нас увезете? Мы пропадаем! Виктория! Победа! Кому? Победа? Кому? Беда! Мы пропадаем! Пропадаем! Зачем беда? Седайте, барышня! Поедем! Разжит! Распадиха! Смета мне! Зачем бабы трудаются? Зачем свидания, сватания, венчания? Зачем куми на свадьбах гуляют? Зачем рожают? Куда все? Война! Ты про кого, Гришенька? Да, вот, ходит с детем, куда его? Пустите меня, казачки! Всю войну по вокзалам страдаю. Вот мне детем на руках. Куда, куда, некуда. Вон, пущай командир решает. Прекрасный командир, я хочу иметь свидание с мужем, но по причине войны ехать никак невозможно. Неужели я, мать, у вас не заслужила? Вот. Еще женщина, бойцы? Пускать ее или нет? Пускай ее. Опасная раз, она и мужа не захочет. Нет, спор, нет. Удивляет меня слышать от вас такую жеребьятину. Вспомнит взвод вашу жизнь. Вы сами были детьми при ваших матерях. Не годится так говорить. Ладно. Седайте, женщина. Ласкайте ваши дети. Никто вас в пути не тронет. Вы приедете и тронете это вашему мужу, как это вам желательно. И растите нам смену, женщина. Гурья мы видели много, а молодняка, видать, у нас мало. И смело мы подаем за вас советов и как один упрям в ответ за это. Коменданта ко мне. Я жду бронепоезд, офицер. Что случилось? Что случилось? Никто нас не любит. Никто.
из-за этого трагедии прям как в театре. Начальника станции ко мне. Где бронепоезд? Бронепоезд офицер. Пройти не может. Рок. Мне кажется, вы слишком хорошо относитесь к большевикам. Ваше высокопревосходительство, за что такое это подозрение? У меня детишки Оля и Павлик. О, три часа сам не спал. Меня не любят. Никто меня не любит. Толкать! Враги поезд толкать! Даю 15 минут, если распоряжение не будет исполнено, я вас повешу. На семафоре. Слушаю.
Честь имею представиться. Товарищ министр торговли Корзухин. Я только что из Севастополя. Мне поручили узнать о судьбе арестованных, увезенных сюда в ставку. Можете мне верить, я искренний человек. Прошу. Ну, с первым вопросом, я думаю, покончено. Слушаю второй. Здесь, на станции, застряли грузы особо важного назначения. Экспортный пушной товар, предназначенный за границу. Пушной? Экспортный? Каких составов груз? Вот. Оп, пардон. Прошу. Начальник станции. Вагонное, указанное в этом списке, купить. Керосин и сжечь. Побыстрее берите вопрос. Положение на фронте. Положение. Положение. Отправляйтесь. Господин Корзухин, отправляйтесь в Севастополь. И велите собирать чемоданы. Красные в Крыму. Пушной товар. Какой поезд? Какой поезд будет на Севастополь сейчас? Командир гусарского полка, графиня де Бизар.
контужена в голову. Здравия желаю, ваше императорское величество. Графин, мой бой. Со мной. Сам стол. Виновата! Стоп! Сюда, сюда. Ставку свернуть. Скрыть. Доставить его ко мне. Какое ваше имя, отчество? Серафима Владимировна. Убери руки, сволочь! Что ты с ним делаешь? Парамонелис Корзуни! Да, это я. Слава Богу, вы въехали нам навстречу! Наконец-то! Ваша супруга, Серафима Владимировна, приехал к вам из Петербурга. Никакой Серафимы Владимировны не знаю. Эту женщину вижу впервые в жизни. Никого из Петербурга не жду. Это обман! Отрёкся! Гайна! Это шантаж! Что вы делаете? Этого не может быть! Искренний человек, а? Ну, ваше счастье, господин Катурин. Вон! Руки убери, шам! Я покажу, что она... Да взять обоих и допросить! Место просто, бой. Тихо, 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 не люди! Бой, закинь твой мешок, как пришел с дороги, а крапилы! Что же ты не заступишь-то? Точно так, Шакал! Только удавками войны не выиграешь. Нашелся один человек, женщина. Пожалел удавный. Он мимо тебя не проскочит. Сейчас ты человека цап в мешок. Мертвечины пытаешься. Позвал ты брат его? Ваше превосходительство. Нет, нет, нет. Пусть говорит. Его в словах проскальзывают здравые мысли о войне. Как твоя фамилия, солдат? Что фамилия? Фамилия моя неизвестная. Крапилин Листовой. А ты пропадешь, Шакал. Пропадешь, обратили зверя. Канави.
Да нет. Убежишь в Константинополь. Пройдет ты, только женщин ешь. Ты не прав, солдат. Ты не прав. Я два раза ранен. Скверно кончил, валяешься в ногах, повесить его. Я не могу на него смотреть. Нет! Говорит командующий фронтом. Передайте на бронепоезд офицер. Пусть уходит в Севастополь и рвет за собой путь. И огонь! Огонь! Я болен? И я болен? Что вы голову опустили?
Тихо там! Яуи! Спрашивайте! Да нашел, угомони их! Чего ты сидишь без сна? Прошу маленького прощения, бойцы. Но тут не до сна. Вот, интересное питье, бойцы, которое Титек не просит, а потом не мочится, и людей со сна не беспокоит. Сахар! Все? Простите, любезные казачки, не я обманула, лихо мою обманула, беда моя. А Балмашов простить немного стоит. Но обратись к бойцам, обратись на этих двух девиц, которые плачут, как распродавшие нас в этой ночи. Обратись на жен наших. Обратись на Россию за давнюю болью! Россия! Вы за Россию болеете! Вы вон жидов Ленина и Крыя Троцкого защищаете! За жидов сейчас разговора нет, бредная гражданка! Жиды сюда не касаются! А ты, нужная гражданка, есть более контрреволюционерка, чем белый генерал! Я не я буду, если выкину тебя на ходу под откос! И так будет со всеми изменниками, которые тащат нас обратно в яму! Кидай под колеса! Давай! За что? Не надо кидать! Не спорь! Давай! Понимаешь, что ты в моих руках.
Никто не придет тебе на помощь. Ты понял? Понял. Ты будешь говорить чистую правду. Если ты начнешь лгать, я включу эту иглу. Смотри сюда. Клянусь, что я действительно голубой. Молчать! Отвечать только на вопросы. Сергей Павлович Голубков. Где вы проживаете постоянно? В Петрограде. Я познакомился с Серафимой в поезде. Она не Серафима. Кажу, при вас на станции сказал, что это ночь. Он солгал. И вас? Я говорю правду! У вас нервы, господин Голубков. Подпишите. Давно она состоит в коммунистической партии. Я тебе не говорил. Говорили. Вот ваша подпись. Я ниже подписавшийся. Тут все, что нам нужно. Извините, если я с вами был несколько раз. Вы свободны. Горин! Я. Отпусти его. Он свободен. Ну. Иди. Оцени документ. Сколько даст Корзун, чтобы я купиться? $10,000. Моя доля? О! А памяти? Сейчас. Как будет только легче. Давай. Почему Павел собирает? Станица Чернобыль. Идет на пристань. Не отвлекайтесь. Ваш сообщник Голубко показал, что вы приехали сюда для коммунистической пропаганды. Уйдите. Не мешайте мне спать. Нет. Очнитесь. Прочтите. Он с ума сошел. Помогите! Помогите! Все надо! Все надо! Помощь! Отвлеки документ! Все надо! Посмотрите, что мы делаем с тобой! Что вы делаете, женщина? Караул! Караул! Я вам покажу караул. Thank you.
Матвей, иди сюда. Золото, какое есть, Сашке. Колца, спрую все ей. Одежда, орден. Матри домой. Жили, как умели. Отошли с письмом. Хата. Тоже ей. Пусть старуха живет. Саш, слыхал я тебя говорить? Прием сознавайся. А та старухи ей на, а мне отдашь. Мать вашу, яс! Оттащил тебе долю? Говори сразу! Отпусти! Коня моего! Оставляю полку. Хорошо с тобой жили, ничего не скажешь. А это тебе, Саш, а то матри. Не отдам. Ничего не отдам. Все мое! Сбежал. Вот кадючая кость. Не могу. Не могу. Кончи меня. Нет! Патрон на меня надо стратить. Нет! Бежишь! Бежишь! Гад! Гришенька! Подойди. Вот. Брать документ. А теперь только тихо. Thank you.
Войдите. Господа, там генерал Худов, он вешает. Это интересно, но вы-то еще не повешены, надеюсь. Пришли давай говорить. Вы арестовали женщину. Вестибюль. Там за мною записана женщина. Корзухин. Да-да, Серафима Владимировна. А если ее еще не расстреляли, доставьте ее сюда, во дворец. Ее расстреляли? Если ее нет в живых, я вас убью! Никого вы не убьете. Чить. Оставь. Ты слышишь? И с тобой. Оставь меня. С кем вы говорите? Кем? Сам. С собой? Она вам любовница? Да нет, нет. Но я ее люблю. А ее нет. Ее нет. И не будет. Ее расстреляли. Ну, 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 сделай. Стреляйте. Оставь меня. Стреляйте. Да что это за комедия в конце концов?
прикажете ехать? На корабль. Я позабочусь о вас. На принц. Зухина, Серафима, расстреляна? Никак нет. Она жива? Где же она? Где? Тише! Генерал-майор Чернозов ворвался к нам, отбил арестованных Розюгину силой и увез. Куда? Куда? Тише. Куда? На первобитец. Пять битвец вышел в открытом море. Ну, что, стало быть, она идет в открытом море. Правда? Она жива? Возьмите меня в Константинополь! Константинополь. Едем! Едем! Я знаю, что вы скажете.
Интересно, что? Интересней то, что я вам скажу. Ну, что? Кредит никому! Вот скотина. О, ваш полтер, Григорий Лукьянович, снимите. Он мне не мешает. Вот ерунда. Вот, вот это насекомое. Гадости какие, говорите, Григорий Лукьянович. Отчего же гадости? Вож животное боевое, а клоп паразит. Артур! Чего вы кричите? Вот ты во фраке, тараканий царь. Везет. До чего ваша нация везучая? Антисемитизм! Да тебе-то что? Ты ведь венгерец! Ты не мнение! Так я и говорю, везет вам венгерца. 5 часов! Мы начинаем! Маленький Константин, можно мне один момент? Мадам! Месье! Тараканы бега! Открытый! Первый заяц! Опоздал? Побежали тараканы? Побежи! Кто первый, кто второй? Первый номер черная и жемчужина. А номер второй? Первый дешаш! Нет, нет, нет! Thank you.
Чёрта пуговица! Съест она меня, съест! Убежать, что ли? Бонжур, мадам Барабанчикова! Здравствуй, Люсенька! Где деньги? Будьте любезны. А где Серафима? Стирает. Ну, подавай деньги. Видишь ли, Люсенька, случилась катастрофа! Неужели? Проиграл? Нет! Украли? Угу. Это были мои деньги! Ты знаешь, кто тебе кричит такое? Кто? Последний подлец! Ты моя жена, у нас общие деньги! А ты меня спросил, как я их заработала? С итальянцем! С французом! И мы на них жили неделю! И ты, и Серафима! Люся, почему ты мне раньше не сказала? А ты слепая, что ли? Клянусь, я не знала. Но не беспокойся, я отработаю. Ладно, без благородства! Ты была с французом! Пойдите к черту от меня! Тише, тише, тише! Это вы с голоду. Перестаньте. Мне надо решить. Брось, Симка. Не берись, не за свои дела! У меня тут принципов нет! Надо было вине сказать. Будет ужин. Что ты там затываешь, дура? Была дура, ты права. Не все ли равно, чем торговать? Всего это такая чепуха. Ждите меня. Ой, бездра. Ты, Симка! Симка! Стамбул!
такой стал. Покупки взяты. Я бежал. Только за тобой. А ты? Что ты тут делаешь? Кто дал вам право упрекать меня? Я тебя люблю. Я гнался за тобой. Чтобы тебе сказать. Оставьте меня. Я ничего не хочу слышать. Зачем вы опять передо мной? Все мы нищие. Прощайте. Не уходите. Умоляю. Я не могу. Так ты, мужик, дурак! В тюрьму захотел! Пусти! Я все равно ее найду! Ну, терпение мое кончилось. Довольно. Григорий Лукьянович, совместная наша жизнь кончена. В Люске есть знакомство в Восточном экспрессе. Прощайте. Куда ты? Париж! Париж! Прощайте! Годы прочались, седыми нас делая, где чистота этих веток живых. А, вот и Рома. Ольга, ты не спрашивай меня ни о чем. Ни о чем не спрашивай. А я и не спрашиваю. Значит, не нашел? Нет! Нашел! Туда. Она ушла. Только чтоб не ушла на помятку. Нет? От меня не уйдет. Найди. Побереги ее, чтобы не ушла на понятно. Скоро вернусь. Куда? Париж! Я Корзугина найду. Богатый человек, обязан помочь. Денег нет? Денег не надо. Не дури. Вот две лиры всего. Возьми, берем. Продаж! Париж как Париж. Я поеду с тобой. Ее. Thank you.
Антуан. Je me serai plus tard. Répondez donc quelque chose. Я буду обедать позднее. Отвечайте же что-нибудь. Вы, кажется, ничего не поняли. Так точно. Не понял, Парменович. Как так точно? По-французски. Не могу знать, Парменович. Товарищ Грищенко! Я вытащил вас из совдепии! Я спас вас от трибунала, а вы просто-напросто русский лентяй. Учитесь, Антуан, а то ведь скучно. Ну, вот, for example, что вы делаете в настоящий момент? Que faites-vous à ce moment? Я ножить ищу. Как ножи по-французски, Антуан? Le couteau, Парамагович. Правильно, хапе. Учитесь, Антуан, а то ведь я выдам вас обратно большевикам. Принять! А ваш партнер тут вернется. Жабудуэ паля амисту хадзухим. Я бы хотел поговорить с месье Казухин. Пожалуйста, ты. Вашу визитную карточку. Вот это. Эй, как, вы русский? Ты вас за француза? Как я рад. Так точно, я русский. Я Грищенко. Грищенко? Карточек нет? Пусть скажите, Голубков из Константинополя, а? Ну, шеф. Какой такой Голубков? Чем могу служить? Вы не узнаете меня? Мы встречались год тому назад, когда сводили вашу жену. Она в Константинополе, на краю гибли. На краю чего? Я никогда не был женат, у меня нет никакой жены, вы извольте ошибаться. Ну я вас узнал, вы, Парамон Ильич Корзухин, вы были в Крыму. Я ничего общего с Россией не имею и не намерен иметь. Я принял французское подданство, женат не был. В качестве личного секретаря у меня состоит русская мигрантка, тоже принявшая французское подданство и фамилию Фрижоль. Я вскоре намерен на ней жениться, так что всякие разговоры о моей якобы жене мне неприятны. Фрижоль, значит, отказываетесь? Но она ехала к вам, ей его раздавали. Мне неприятен этот разговор, повторяю вам. Я понял. Она вам мешает, хорошо? Пусть. Она не жена вам, даже лучше. Я ее люблю. Поймите. Дайте мне взамен $1000, я вам свято верну. Я обработаю. Вы сказали 1000, я не ослышался. Вы хотите, чтобы я вручил неизвестному целую $1000? Вы самый бездушный, страшный человек, которого я когда-либо увидел. Генерал Чармота. Мой русский день. Ну, проси. Здорово, Рамоша! Мы разве встречались? Что за вопрос? Ты грязь?
а Севастополь. И мы с вами, что, брудершафт пили? Расстречались, так уж, наверное, пили. Вы, кажется, в кальсонах. А что тебя удивляет? Вы, генерал, что так и по Парижу шли? Нет, по улице шел в штанах, а в передней у тебя снял. Что за дурацкий вопрос? Ну, пардон, пардон. Да? Ну что ты, Парамоша, отказываешь в пустяковой сумме? Да ты понимаешь, что Серафима голодает? Прошу тебя замолчать. Знаешь, Парамоша, я нарочно выписался к большевикам, чтобы только расстрелять тебя. Расстрелял бы и мгновенно выписался бы обратно. Ты у тебя карты? Ты играешь? Играю, очень люблю. Ты играл? И в какую же игру ты играешь? Девятку, я очень люблю. Так, сыграем со мной? Я, видите ли, люблю играть на наличные. Давай, Крис, ты даем. Знаешь, на, мне все равно, я ухожу. Сколько? 3. Приличная вещица. $10. Ты даешь, Парамоша. Это не стоит гораздо больше. Ну что же, пошло. Как твоего раба зовут? Антоша, принеси-ка, голубчик, мне что-нибудь закусить. Получаюсь. На сколько? А вот на эти самые $10. Что, Антоша, карту? Сейчас он тебя все возьмет! Если ты лучше меня понимаешь игру, так садись за меня. Я не умею. Ну так не засти мне свет. Карту. Грудков, рюмку. Не делаю. Вот на карточку. Да. $160. Графиня, ценой одного рандеву 9. Неслыханная вещь. 320. Попрошу наличные. Просто умоляю тебя. Наличные, пожалуйста. Сейчас. Сигнализация! От воров! Можно быть свободно, Антуан, это я упал. Очень хорошая вещь. Пошло? Вы хорошо играете. Сколько примите? 50. Пошло. 9. У меня жир. Пришлите. Пожалуйста. 590. Парамоша, ты азартный. Вот где твоя слабая струна. Умоляю, уйдем. Карту. Еще. Еще! У меня 7! 7,5! Шучу! 8! Пошло! Пошло 3000! Есть!
наличные. Получишь смертельный удар ты. Три карты, три карты, три карты. Жив! Выиграл! Я на все деньги! Эдвард!
Кто там? Это я. Можно войти? Что ты? Что такое? С кем вы говорили? Что я вам делал? Кто здесь в комнате, кроме вас? Никого. Никого здесь нет. Вам... Вам показалось? Роман Гарьянович, 2 месяца я живу за стеной и слышу ваше бормотание. Вы больны. Мне самому неудобно с вами. Я держу слово. Ну, скажите, до каких пор мы будем с вами так сидеть? Вот вернется Волков. Я вас сдаю ему. Каждый сам по себе и врозь в рассыпную. Ну, кончено. Как я тоскую. А зачем вы отпустили его? Я вернусь в Петербург. Я не могу здесь больше жить. Но... Очень умный человек. А? Я здесь был военный совет. Казаков простили. А они едут на родину, в Россию. Я поеду вместе с ними. Вы тайком хотите? Под чужим именем?
своим. Я явлюсь и скажу, вот он я, Хлудов. Безумный человек по сей части расстреляет. Моментально, мгновенно, ситцевая рубашка, подвал, снег и готово, а? Кто там? Я открою. Здравствуйте! Что же вы молчите? Вы телеграмму получили? Нет, нет! Сукин город! Здравствуй, Рома! Вот. Вот они. Как же ты жила здесь? Без меня. Скажи мне вот сколько. Я измучилась. 2 месяца не сплю. Не надо, Симочка, не надо. Что-то было, Сережа, за эти 1.5 года. Сны? Объясни мне. Я вернусь в Петербург. Я хочу на Карваную. Я хочу опять увидеть снег. И договоримся. Мы вернемся. Когда снег пойдет, наши следы замерзнут. Искренний человек, сделайте так, как она придумала. А теперь прощайте. Куда это? Ночью уходит пароход с казаками. Только молчи. Генерал Чернодар, поедем со мной, а? Ты человек смелый? Роман, ты проживешь ровно столько, сколько потребуется снять тебя с парохода и довести до ближайшей стенки. Нет, Роман, от смерти я не бегал, но и за смертью к большевикам не поеду. Все кончено. Прощайте. Прощайте. Возьмите, говорю. Прощайте. Один.
Очень хорошо. Сейчас. Сейчас я иду.